отдам котят в хорошие руки. И пели, и слушали. Кто-то Гатунья. И все-таки одну пластинку народ не разбил. Это перед нами пластинка с музыкой. Медленный танец. Цветущий май. А с другой стороны вальс Тополь. Вот такая история у этой пластинки. Кто-то слушал, кто-то танцевал. Теперь выкинули. Молодцы. Все, сейчас кругом украшается. Обережно намалевано. Был у нас мастер малеванный. По этой площадке у меня когда-то бегал Авраам Шулимович. Сейчас он был... Наверное, скорее всего, уже в Израиле. Вот такая у нас божья коробка. В июне месяце у меня был план так поставить штатив здесь и показать свою фигуру. И что я могу делать на турнике? На брусьях я ноль. Даже не могу заскочить на них. Хорошо, что я взял сегодня телефон. Кто-то, но я заснял. Сейчас сниму пиджак и подтянусь пару раз. Сегодня у нас, как я напомню вам, 2 июля. Итак, вот здесь у нас играют шахматисты, картежники и люди, которые умеют играть в нарды. Я думаю, продовольственный кризис голубей не коснется. Ешьте. Пока есть добрые люди. Но это не про меня. Ну что, на фоне цветов. У каждого из нас есть враг. Он в нас сидит. И каждый наш неверный шаг заносит, кондует. Красиво.